Привет! Привет! Мы на конкурсах Оли с Егором. Мы сегодня будем накрывать наш стол. Да, еще мы будем накрывать праздничный стол. У нас еще двойной праздник. День Святого Валентина и папин день рождения. Ой, и же шарики вот там. Да, и там шарики у нас там отсвечиваются. И что вы будете сейчас делать? Накрывать стол. Сами или вам кто-то будет помогать? Мама, привет, привет, привет. Ну что, давайте, накрывайте. Катя, просто говорит вот так. Да? Так, теперь сначала мы накроем скатерть. Так. Покажем шарики, какие у нас тут есть красивые. Я люблю папушкинг. Что ты любишь? Такие красивые. А, шарики ты любишь? Сейчас, да. Что вы, Егор, будете делать? Значит, сейчас мы будем украшать. Ну, пришел ты это, ну, рядом с нас мы будем делать что-то. Вазу, фруктовую вазу. Да, фруктовую вазу. О, там конфетки нужны. О, Алиса нашла конфетки у нас. Да. Да? Да, только я... Самое главное Алиса нашла. Да. А Егор уже вот украшает вазу с фруктами. Алиса, помогай. Бери мандаринки. Так, давай я тебе буду помогать. Подожди. Так, давай бананчики сюда. Бери. Ну вот, ну, вот две киви. А, Алиса, что? Ой. Оп. Так, я сделаю такой цветочек. Так, мне кажется, киви надо повыше поднять. Мама. Сейчас. На, мамочка. Ну, какая ваза получается с фруктами. Мама. Красивая, да, у нас? Да. Давай, Егор, что, все готово? На стол ее будешь ставить? Тут еще вот это. Так. Вот это нужно щучить. А ты ее потом подымешь, эту вазу? Да. Да? Ну давай, ставь ее уже, наверное, на стол. Ой, там бананом, еще бананы пропущу. Ну а банан потом покладешь, когда на стол поставишь, потому что она тяжелая, а, сейчас, да, будет. Да ничего, Люк. Вот какая ваза красивая получилась. Да. Какие фрукты у нас тут получились, да? Там ананас даже есть. Где ананас? Ну-ка покажи. Вот. Это ананас называется? Да, ананас. А что там еще, Алиса, есть? Ну-ка расскажи, какие там еще фрукты есть. Я смотрела, мультик читаку. Да? О, да. Вот. Он сюда вот еще. Ну, Егор Помеш... еще туда виноградинку положил. Так. А, вот еще мама на виноград кладет, да? Бананы дали. Бананочек хочу, да, вот так. Красивое, там какое блюдо. Какое красивое блюдо получилось. Что, Алиса, там? Торт! Да. Это тот. Алиса с Егором украшали для папы, да? Да? Hello Kitty там нарисовано. Hello Kitty там нарисовано? Да. Это Алиса выбирала Hello Kitty, ленточку такую, да? Да. А там кексики. Да? Да, кексики. А, там кексики? Да. Алиса тоже кексики эти кушать будет, да? Ой, сад. Что там? Сад. Так, Егор у нас тут заканчивает с мамой украшение. Вот какой замечательный получился у нас. Красивый. Красивое блюдо с ананасами, да? Что дальше? Дальше шарики наши праздничные. Дальше мы будем торт. Но сначала мы еще там с тем еще положим вот эти вот пироженки. Пироженки какие красивые. Так, о, да, у них тут еще вот эти. Сок. Что там есть? Сок. Да, сок там есть. Алиса, ставь конфеты. Где? Ты же конфеты, Алиса, нашла? Давай, стол накрывай. Вот, самое главное сладости положить, да, Алиса? Какие конфеты Алиса любит больше всего? Сосачьи, которые мамочка мне покупала. Да? Да. А шоколадные? Ты же тоже любишь шоколадные? Да. Так, Егор тут у нас выкладывает пироженки вокруг торта. Да? Угу. И уже пальчики облизывает. Так, а для чего-то уже места не хватает. И вот эту грушу. Так, ну давай чуть-чуть подвинем.
И... Ой, у него это свалилось. Ну ничего страшного. Так. Так, ставим торт. Да. Торт ставим, Егор, на стол, да? Да-д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 а-
красивый шоколадный торт. Егор с Алисой вчера украшали белым шоколадом и ММДНС. Алиса тортик поставила, да? Ой, то есть поставила Алиса сок. И ты уже место занимаешь, что ли? А дальше стол накрывать. Кто будет помогать, а? Мама. Мама? Да. А ты не будешь, что ли, помогать? Нет. Ну иди, помоги что-нибудь, а то без тебя скучно как-то. Или ты уже торт собираешься кушать? Торт. Торт собираешься кушать? Да. Алиса, пойдем нам помогать. Нам же нужна твоя помощь. Я хочу. Иди помогай быстрее маме и Егору, а то они не справятся без тебя. Так, что Егор там дальше будет делать? Оливки. Оливки? Пойдем вкусные печенюшки будешь. Пойдем? Пойдем. И укладываем. Ой, а не тут водичка. Ну правильно, это сок от оливок. Так, покажи, какие печенюшки. Ну-ка, покажи. Показывай, Алиса, что ты там несешь? Печенюшки. Печенюшки? Покажи. Вот эту тоже. Какие. Печенюшки с сердечком. Это, наверное, волшебные печенюшки для влюбленных, да? Да, сейчас я вам покажу. Сейчас ты нам покажешь? Ну-ка, давай посмотрим. Ой, какие красивые печенюшки. Ну, давай, ставь их на стол. Это очень вкусные, наверное, печенюшки должны быть, да? А я получилась. Так, а Егор у нас уже и оливки, и маслины выложил на стол. Так, вот уже какой стол у нас красивый получается, да? Алиса, тебе нравится стол? А что тебе сейчас больше всего на столе нравится? А? Торт? Да. Ну, кто бы сомневался, что тебе торт нравится. Укладывай. Так, что там у нас Егор делает? Укладывай. Егор у нас готовит салат, выкладывает в чашку, да? Вот так вот. Как салат-то называется? Цезарь. Цезарь? Да. Егор, ты сделал один салат Цезарь, и теперь тебе все салаты называются Цезарем, да? Алиса опять у нас залезла за стол, да, и уже поедает наш торт. Вернее, ММДенсики оттуда из торта, да? Да. Самое вкусное. Да, самое вкусное. Самое вкусное? Да. Так. А еще что на столе вкусное? А, Алиса, что еще на столе вкусное? Катя говорила, что внучки это ежевика. Ежевика? Да. Угу. Да. Но Катя говорит, что она не класится. Так, что там Егор нам несет еще? Вот, еще и салат. Салат Егор приготовили. Несет. Приготовили. Точнее, приготовили, а переложили. Так, салат. Что так, еще? Сейчас, Егор, что ты будешь делать? Хочешь, будешь тарталетки с икрой? Будешь? Да, тарталетки сначала. Открываем масленку. Что за тарталетки там? Так. Что это такое? Сейчас делаю ложечку туда-туда. Так, что это Егор у нас будет делать? Мама, мне масло. А. Мне масло ножичком, да? Да. Там чуть-чуть. Это Егор будет икру делать? Ну, красную икру. Бутерброды такие с красной икрой, да? Вот примерно. Нет, так не будет. Нет, так не будет. А Алиса к себе все торт двигает. Да? Нет. Ты весь этот торт не скушай. А то как мы за стол сядем, и Алиса торт уже скушает. Надо смазать, да? Ай-яй-яй-яй-яй, Алиса поедает торт как. Алиса кушает ММДэнс? Да. Вкусный ММДэнс? Угу. Но папе с мамой и Егору ты оставишь попробовать или нет? Смотрим, что там Егор делает. Ну-ка, Егор, поверни, что ты там делаешь? Покажи папе, что ты делаешь? Вот масло сейчас, вот это вот. Так, теперь икру. Молодец. Опять добавляю. Тут вот. Будут бутерброды, да? Тарталетки с икрой. Еще чуть-чуть. Ты Егор любишь? И мама помогает. Люблю.
Любишь? Поэтому я побольше наложила. Молодец. Ну-ка, покажи, сколько ты наложил. Полная тарталетка. Здорово. Вкусно будет, да? Да, полная тарталетка. Это мой, наверное, будет бутерброд. Да, это же. Потому что он большой. Да? Да. И папа у нас уже большой. Так. Вдвоем быстрее получается, да, у Егора с мамой? Ну, Алиса нам что-то не хочет сегодня помогать. Ей главное только поесть. Да, потому что она у нас вон сидит. И сама тортик кушает, да? Сейчас тортик накушается, и все, и будет сытая. Да, Алиса? Да? Ты тортик, наверное, больше всего любишь? А вчера ты говорила, что ты шоколадные конфеты не кушаешь, и шоколадку не кушаешь. Говорила, что Hello Kitty у тебя все съела. Ой, какой хруст стоит. Алиса M&M's кушает. Так, тут как дела у нас идут? Отлично. Хорошо. Отлично идут? Так, поднос пополняется у нас, наполняется у нас бутербродами. Китти ела конфеты и испачкалась? Да. Да? Она все твои конфеты, что ли, съела? Да. А мне кажется, Алиса съела. Мне кажется, это Алиса съела. Вот мы сейчас снимаем и видим, что это Алиса все-таки конфеты ест, а не Hello Kitty. Нет, съела. Ну, нам съела Китти. На Новый год все конфеты съела Китти? Да. Ах, она Hello Kitty такая. И она будет грязнюлей. Она будет грязнюлей? Да. А Алиса вообще конфетки не ела на Новый год, да? Угу. Точно? Все Hello Kitty съела, все конфетки. А сейчас вот кто конфетки кушает? Тоже Hello Kitty или Алиса? Нет, Алиса. Сейчас Алиса? Да. Точно? Ну да, мы тоже видим, что это Алиса сейчас кушает конфетки. Да? Ой, как смешно-то, а? Так, смотрим, как у нас тут дела идут. Дела тут идут хорошо. Хорошо и быстро. И быстро, да. Поднос с бутербродами у нас вон там наполняется. Егор с мамой заканчивают делать бутербродики. Да, тут у нас... Это бутерброды? Ну да. Так, Егор уже у нас делает бутерброды. С мамой. Бутерброды с красной рыбой. С мамой. Мама тебе помогает. Так, а куда ты? Я уже испугалась, думала, за маму собрался делать. Я тоже думаю, что за бутерброды такие с мамой. Так, а куда мне их теперь уже складывать? Наверх. Ну, давай будем кушать. Так, а у нас тут Алиса продолжает похищать M&M's. Да? Ты помогать-то будешь? Иди помогай быстро маме и Егору. Ай-яй-яй, Алиса у нас сегодня не помощница. Сегодня Егор только маме помогает. Да, Сонечка у нас Егор, конечно. Вот Егор какие бутерброды наделал. С мамой. Красивые, с мамой. Ну, мама помогала, Егор делал, да? Ну, не с мамой я их делал, то есть не с мамой. У меня аж слюнки уже потекли. Да. Вот сюда на рыбу. Окей? Рыба на рыбу? Да. Так будет лучше? Икра сейчас вся поприлипает. Ну расскажи тогда нам что-нибудь, Алиса. Или хотя бы песенку спой про пальчик. Споешь песенку? Папе на день рождения. Спой песенку про пальчик. Я уже сегодня пела же. Ты не сегодня пела, ты вчера пела. А спой нам сегодня. Сегодня праздник же. Да? Споешь песенку про пальчики? А? Алиса? Алиса? Алиса не хочет, да? Алиса не хочет нам сегодня петь. Или будешь петь? Нет? Ну, мы будем тогда Егора снимать, как Егор делает бутерброды. Вот тут две папа ложечки, потому что они очень маленькие. Хорошо, молодец, правильно. Так, ну что тут? И последний. Папины любимые бутерброды. Слюнки прям текут. А я думаю, папины любимые бутерброды с икрой, думаю. С рыбой. Ну, с икрой я тоже не откажусь. Я пью вот так. Мама, икра это рыба? А? Икра это рыба? Нет, икра из рыбы. Икра из рыбы. Икра из рыбы. Я хотела попить сок. Алиса у нас хотела сок попить. Да? Да. Давай, Егор, ставь
на стол. Да, сейчас эту последнюю вот тут вот сделаю. Ну давай, делай. Вот и Алиса у нас к шапочному разбору подошла, когда Егор уже с мамой приготовили такое красивое блюдо с бутербродами. Это, мне кажется, самое вкусное дальше блюдо будет на столе. Ты будешь помогать? Алиса будет сыр выкладывать? На столик, я тебе сейчас все подам, и ты будешь раскладывать на тарелку. Так, хорошо? Егор у нас тут вот все последние штрихи наводит. Ой. Что Алиса да будет делать? Выкладывать сыр и колбаски. Да. Сыр и колбаски? А их надо будет резать? Да, сейчас резать чуть-чуть. Так, держи. Ну так, реально вкусные колбаски, мне их уже хочется съесть. Хочется съесть? Ну, по-настоящему, мне их уже хочется возьми съесть. Возьми и съешь. Можно? Да. Ну, отрежь мне там какой-нибудь там кусочек. А Алиса что приготовила сделать? Сыр и колбасу. Сыр и колбасу? Да. Выкладывать будешь сыр и колбасу? Да, папа. Так, Егор посмотри у нас тут что делает? А, колбаски режет. Вот что. Все? Уже так быстро, что ли? Да. И все, их можно кушать? Нет. Нет. Теперь беру их. Так, тут, кстати, у нас букет красивый такой из тюльпанов, да, стоит. Кто-то этот букет кому-то подарил, да, мама? Да, это папа подарил. Вкусная. Обедение. Обедение? Помогай Алисе. Так, Алиса, что у нас тут, чем занимается? Это колбасой. Колбасой? Мне кажется, ты сыром занимаешься. Такая вкусная колбаса, мне таких выкладываешь. Все, теперь выкладываешь. Все, дай дядькам. Нет, я сама же буду. Ну, бери тогда у Егора. Бери у Егора и складывай тогда сама. Егор просто сам все хотел покласть. Так, вот Алиса раскладывает колбаску как. Да. Ну, Алиса, вместе делайте с Егором. Егор тоже же хочет не украшать. Не надо. Сколько колбасок Алиса положила? Посчитай. Один, два, три. Сколько Алиса колбасок положила? А? Ну-ка посчитай. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть колбасок. Теперь Алиса сыр выкладывает, да? Нет, не хочу. Ну как это ты не хочешь? Егор тоже же помогает. Так, о, а мама у нас то, что выкладывает, горячие. Это что у нас такое получилось-то? Отбивные по-итальянски. Чувствовали бы вы сейчас, какой тут запах и аромат идет. Я уже не могу, я уже слюнкой истекаю. Я колбасной слюнкой истекаю. Я уже хочу сесть за стол и попробовать. И попробовать это все. Ну, отрезай, конечно, попробуй. Так, а Алиса у нас тут продолжает выкладывать сыр, да? Где вкуснотища у Егора? Алиса, ну ты даешь. Прямо как в ресторане навалила. Да? В ресторане бы так выкладывали всем. Вот так. И вот как. О, и гарнир пошел. Я даже не заметил его. Какой стоит аромат. Вкусно? Конечно. Еще бы не вкусно было. Наверное, сейчас все, кто смотрит, у всех слюнки потекут. Потому что у меня уже текут. Видишь, как мы и тебя очень любим. Очень обильно, да. Я вас тоже люблю. Так, ну что тут у наших маленьких поварят, кулинаров? Красиво выложили все, да? Все. Егор, убирай тогда это пакетик с под сыром. Я для него выкину, да? Да, выкидываю. Ну что, Алиса, будешь петь нам песенку про пальчики, а? Ну-ка, спой нам, пока мама там что-то делает с Егором, спой. А? Его я. Или ты забыла? По-английски как ты поешь? Ну-ка, давайте все послушаем. Ну, давайте. Алиса, наверное, забыла по-английски, как петь. Забыла? А я папе и маленький стихок выучил. Какой? Папочка любимый, умный, сильный и красивый. Оба лесят, позабудь и всегда счастливым будь. Молодец. Ничего себе, ну спасибо. А когда ты успела выучить? А вчера, когда ты ушел на тренировку, там и вроде в бассейн, когда ты ушел, я успела уже выучить. Да? Ну молодец. Да. Ну какой у нас красивый стол получился. Я да? Кушаю. А Егор тарелки? Алиса, вон апельсины уже. Алиса, подожди. Это мандарин.
мандарин. Да. Не апельсин, мандарин. Смотри, его же нужно почистить. Так. А ты его со шкуркой. Для тарелки же места как-то нет. Ну, где найдешь, там. Где найдешь, там расставляй. Давай. Вот сюда вот тут давай. Много места. Так. Вот тут вот много места. У Алисы ногти накрашены. А кто тебе ногти накрасил? Мама. Мама? Да не, нормально. Мама. И вот сюда вот. И вот Алиса, сюда. А где салфетки? Все? Стол готов у нас? Да. Ну, сейчас еще подождите. Вот они. Стол готов? Садимся всех поздравлять? Нет, еще. Или еще что-то будет? Еще что-то. Вилки. А Алиса себе уже все положила на тарелку мандарин. Вот у Алисы будет еда. Да. Десерт. Да? Да, Алиса? Ты песенку-то нам споешь? Алиса, давай, как Алиса, ты поешь? Миссис Гага. Егор-то папа поздравил, стишок рассказал. Да, ты. А ты будешь песенку петь? Нет. Папа, нет? Пальчик, папа, пальчик, где Алиса? Ты есть? Про папин пальчик, ну-ка спой. Ой. А? Я все время тебе мандарин. Ну, понятно. Подожди. Ну, какая Алиса, папа даже не поздравляет. Так. О, кстати, а мы круассан-то будем есть еще? Поставь. Круассаны, наверное, к чаю потом. А, ну да, тут даже чай нарисован. Ну, значит, к чаю. Ну что, все садимся за стол, будем всех поздравлять с Днем Святого Валентина. Вот эти вафли тоже к чаю? Ну да. Да? Да. Садимся за стол? Да. Будем всех поздравлять. Так, мы накрыли наш стол. Да. И хотим поздравить всех. Всех с Днем Святого Валентина. Влюбленных, с Днем Влюбленных. Да? Да. Что пожелать? Что будем желать всем? Желаем счастья, радости, здоровья во веках и тут любви. Желаем всем любви. Счастья. Счастья, здоровья. Удачи, радости. Взаимопонимания. Хорошего настроения. Больших денег. Ну, в День влюбленных. В День влюбленных желаю всем любви. Да. Вот. Ну что, Егор, как ты поздравишь всех влюбленных? А? С Днем влюбленных. Давай, фейерверк. Да. Только на шарики. Ну-ка. Так. Ура! А, блин, так, как они тут? Это... Никак? Не получается. Так, дубль два, Саня. Дубль два. Алиса, подожди, подожди. Так, помочь. Можно я? Давай. Ой, у меня аж глаза закрываются. Ой, а как правда? Никак? Нет, у меня. А, здесь нужно открыть. Зачем открывать? Нет. Тут не надо. Нет? Мне кажется, не надо. Ну-ка, давайте. Я тоже хочу. Не получается у нас? Да я тоже хочу. А, во, ну-ка. Да нажимай, нажимай на кнопку. Только не на Алису, а туда, в ту сторону. Ура! С праздником всех! Давай, Егор, следующую. Я хочу. Алиса хочет. Давай, нажимай на кнопку, нажимай и кричи. Ура! Ура! С праздником всех! Всех днем влюбленных! Всем пока-пока! Вся еда у нас! Подписывайтесь на наш канал. В гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока! Ставьте лайки и не забудьте оставить комментарии. Всем пока-пока! Пока-пока! Вот какая странная форма. Красавушка.